Сотни спасенных жизней. Специалисты Главного управления регионального МЧС подводят итоги года. В Ивановской филармонии состоялось торжественное мероприятие. В Большом зале собрались руководители всех спасательных подразделений, главы муниципалитетов, представители региональной власти. В 2017 году, по тем данным, которые нам предоставлены, количество пожаров уменьшилось на 5%, гибель на пожарах снизилась на 11%. В области обеспечения безопасности на водных объектах количество происшествий снизилось на 12%. И также снизилась и гибель людей на 10%. Но, думаете, эти темпы нам снижать нельзя, потому что действительно человеческая жизнь – это самое ценное, что есть. Мы всегда с вами на своих постах должны об этом помнить. За этот год спасатели выезжали больше, чем на 1000 происшествий. Так как 2017 в МЧС был объявлен годом гражданской обороны, много усилий было направлено на профилактическую деятельность. И не напрасно. Количество происшествий значительно снизилось. Наметили уже и планы на будущее. В последнее время на территории Российской Федерации возникает чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом бытового газа. Последнее такое событие произошло в городе Ижевске, в Мурманской Республике. В октябре текущего года похожее происшествие произошло и у нас, в Ижевском муниципальном районе. В целях недопущения таких происшествий впредь нам необходимо продолжить работу, направленную по недопущению происшествий, а именно предлагаю органам местного самоуправления проводить работу по включению мероприятий обеспечения пожарной безопасности, в том числе по недопущению взрыва бытового сжиженного баллонного газа. Сегодня здесь чествуют тех, кто, рискуя своей жизнью, спасает чужие, кто приедет на помощь, несмотря на дождь, снег или ураган. Отметили и деятельность муниципалитетов на поприще обеспечения безопасности. Город Иваново оказался среди лидеров. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.